А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Всем привет, народ, с вами Алекс. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Онтарио. Ох, сейчас нам двигать снова за дровами. Поехали. Поехали за дровами. Так, нужно как-то здесь развернуться, придумать как. Отлично, повышаечка и погнали. Надеюсь, порожняком быстро долетим. Дом на продажу. Тыквы валяются. Что-то какой-то, по-моему, жилой на продажу. Я не знаю, как мы это сейчас будем тянуть туда. Потому что ближайший дом у нас под средние доски. А дальние под длинные. Придется, наверное... Хрен его знает, что придется. Я не знаю, как тянуть. Типа отцепить где-то, бросить на лебедке, просто тащить их, не грузить даже. Так, нам бы на заправку еще заскочить. Было бы неплохо. Хотя нам все равно возвращаться придется. А, нет, стоп, мы же хотели поехать за металлом, точно. Блин, тогда нет. Тогда придется короткие сначала завести, заправиться, а потом длинные отвозить. Или может никуда не ехать, отвезти пока что, подождать, посмотреть по миссиям, что нам там удобно будет. Короче, сейчас придумали. Миссию эту закончим. Тогда будем думать, что нам делать. Так, складик. На склад сейчас заезжать не будем. Хотя можно было бы два металла взять. Блин, пустой, еле выезжаю. Упаковать. Так, есть контакт.
Как-то так поеду. Я знаю, это выглядит тупо. И работает тоже тупо. Надеюсь, мы не перевернемся. Я думал, она не будет шататься. Блин, нужно вывернуть нормально. Или просто поднять выше. За мост, наверное, зацепимся сейчас. Нужно мост проехать. Сейчас будет цепляться, капец. Потому что по ширине может не пролезть все это дело здесь. Все нормально. Вроде разогнались. А, нет. Хера себе. Нормально перевернули. Нет, 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 нет. Все хорошо. Очередной переворот. Бросаем здесь. Сейчас поедем это, чекнем, что нам там нужно, чтобы вспомнить. Блин, нафига я с полным ехал здесь? Посмотрим, что нам нужно для производства. Ну, по-моему, длинные доски, металлические балки и рулоны. Вроде так. Но лучше перепроверить, раз мы рядышком пока что. О, одна балка металлическая есть, прикинь. Ну, а хоть запомни, что одна тут лежит. Рулоны длинные доски. Да, все понятно. Так, но одна металлическая балка есть. Хорошо, нужно будет по миссиям посчитать, сколько нам нужно расходников. И все будет классно. Выше не поднимается или застряла? Как-то так, короче, сейчас поедем. Чпоньк. В очередной раз. Давайте повышайку. Короче, вот так вот чуть левее, чтобы перевес был нормальный. Чтобы мы вправо не завалились. Я как бы не хочу их грузить, разгружать там, мудохаться. Бабах. Отлично. Полный. Есть контакт. Проехали. Так, сейчас где-то тут сбросим, где нам там поворачивать нужно. Потом поедем заправимся сразу. И все.
Поехали. Так, время надо еще мотануть до 6 утра. Фух, отлично. Так, поехали. Поехали, поехали, поехали. Жаль, конечно, подремонтироваться негде, потому что подвеска нормально, мы ушатали. Поздно, поздно. Так, едем, отлично. Блин, тут направо можно было по лесам прокатиться. Есть. Так, давайте разворачиваться. Погнали. Так, сейчас четверочку еще нужно будет. Может, в гараж с ней съездить с четвертым? Отремонтируем машину. Прицепим прицеп, поедем дальше. То я не знаю, насколько у нас подвески хватит. Может, мы где-то ушатаем по-быстрому. Или оставить, хрен забить. Да не, наверное, оставим. Наверное, оставим. Так, надеюсь, тут сейчас проскочим без остановки. Дрова. Грузимся. Ой, перебор, нормально. Так, упаковать, восстановить, заглушить. Карта. А, так тут, блин, 2 метра проехать. Проехать 2 метра просто. Так, а тут металл закончился? Да. Блин, ну погнали. Я что-то думал, что нам тут дальше, типа, а тут ехать нифига не надо.
Не знаю, сейчас на всякий случай заправимся, вдруг мы решим поехать дальше куда-то. Хотя нам, блин, на ЖД-станции через верх проще ехать. То есть смысла нет через эти все реки пробиваться в ту сторону. Сломалась, походу, пылюки столько. А может, и не сломалась. Тоже на продаже. Мы сюда дрова привезли, доски привезли, а дом на продаже стоит. Так, давайте считать. Нет, это не то. Кстати, что у нас по прогрессу? 9 миссий осталось, 85%. По прогрессу. Так, осторожность. Кстати, топливо, топливо. Я про него забыл. Так, здесь все? Здесь все. Блин. Два топлива. Два топлива. Это 4 уже. 5 топлива. Нужно 5 топлива. Так, хорошо, 5 топлива. Но песок пока не смотрим. Так, расходники 1, расходники 2. 5 топлива и 2 расходника нужно. Топливо. Погнали за топливом тогда. Раз так дела обстоят. Там уже будем смотреть, куда повезем это топливо. Кстати, а на складе здесь у нас нет? Нет, тут топлива нет. Рулоны, кстати, нужно будет посмотреть. Что там по рулонам у нас?
топливо, топливо, топливо. Заправляемся и грузимся. Пять штучек, хорошо. Предлагаю куда-то отъехать немножко, чтобы не мешать. Да или на ту карту сразу сейчас поедем, там уже решим, что делать. Потому что нам тут еще стоять делать? Все равно груженные, все равно туда ехать. Поехали. Разве что миссии придется пересмотреть, куда нам лучше ехать изначально. Или сразу можно его развести. Потом уже дровами заняться с расходниками. У нас, кстати, по-прежнему все еще нет одной миссии. Если я ее не найду, придется чекать где-то в нете, где она находится. Может, она на карте есть, может, мы просто не смотрели. Деревянные доски, это, по-моему, короткие у нас. Вода готова, еще стоит. Воду возить, блин, сколько ж там этой воды? Три миссии, по-моему, с водой и с песком. Сейчас будем смотреть, куда нам ближе, куда лучше всего поехать. Карта. Так, так и так. Но это далеко. Это далеко. Два топлива. Первое, второе. Но тут, думаю, уже очевидно, куда нам лучше ехать. Конечно же, на первое. У нас появится два места. Малые трубы, песок. А туда наверх песок нужен? Нет. Ну, короче, по пути нам взять нечего будет. Ну, ничего. Развезем то, что есть. Тогда потом дальше у нас что? Вторая. И потом вышка дальше. Как-то так. Как-то так. Дорога не близкая, объезжать много. Но ничего не поделаешь. Тут, кстати, можно реально, чтобы сюда не возвращаться, через вот эту дорожку наверх, а тут хлоп и все. Да? Да. Погнали. Так, первый поворот налево, по-моему, наш будет. Будем сейчас тупо развозить топливо. Блин, а почему осторожность? Я поклацал и не выбрал. Сбор данных. Принять. А, стоп, я еще по карте хотел посмотреть. Может, миссию где-то видно?
Нет, ничего не видно. Поехали. Метров. А хотя, возможно, туда и придется заехать к этому, к, как его зовут-то, карьеру, потому что там есть топливо, а у нас топливо закончится к тому времени, наверное, и мы не сможем тогда от вышки вернуться. Впервые сейчас прокатимся налево. Ни разу не ездили. Сейчас узнаем, что там есть. Может, и миссию-то найдем неоткрытую. Метеостанция. Не, про заправку тут ни слова. Да, отсюда сразу уже все нормально видно. Огромное озеро, но слева вроде бы ничего. Ни здания, нифига. Где там та миссия должна быть, черт его знает. Хрена себе. Веселый камушек называется. Я типа, я его и не видел даже, но чтобы вот так вот прям камень нас начал укладывать. Нам сейчас, мне кажется, очень крупно повезло, чтобы мы не отдыхаем на боку. Нормальная подстава. Типа под ним грунт твердый, и он не проваливается. Мы, соответственно, сразу на бок пошли. И миссии никакой нет. Возможно, вышку откроем, и тогда что-то будет. Все? Все. Видно что-то? Не видно нифига. 1,5 км ехать еще. Погнали. 1,5 км. Охренеть, как далеко. Надеюсь, тут дорога будет... Ага, понятно. Не будет. И без понятия, куда я сейчас выйду. Единственное место, где мы не были на этой карте, это возле той вышки. Мы постоянно как-то ее объезжаем. Но судя по названию миссии, то, что мы смотрели, что там нужно делать, это явно не та вышка. Ой, не та водонапорка. Там явно что-то другое. Так, на второе одно топливо нужно затарабанить. Жесть. По количеству луж, кажется, знаете, лучше бы я поехал там обратно.
Не знаю даже, правильно еду, неправильно. Давайте хоть раз тут справа поедем. Понятно, тут, короче, можно нормально зарыться. В принципе, качество дороги такое же, как и первое впечатление о ней, когда ее видишь. Ползем потихонечку. Что у нас на складах? Трубы, песок. Балки, рулоны. Далеко везти их. Как вариант, я думаю, можно поехать сейчас взять одну металлическую балку и запасные части, если есть на складе вот здесь. Запасные части есть. Взять и то, и то. Одно взять на кран, два загрузить. И, блин, мы тут сразу миссию выполним. И подзаправимся заодно. Через анг. Анг подгоним. Сделаем себе заправку. Да? И как раз у нас будет на одну меньше. Метеостанцию. Ну, туда и обратно 167 литров нам хватит. Хотя на самом деле можно ливануть с этого. Анг не гнать, а слить с той фигни, как она там называется. Ну вы поняли. С тягача стало. Я, кстати, реально не помню, как он называется. Блин, а что реально у него за название? Да, но впервые мы здесь не остановились. Что-то новенькое. Так, погнали. Мы ночью топливо сольем. Сейчас развернемся здесь. Как-то так. Чуть-чуть ливану, наверное. А, у него нифига и нет. Ну тогда все, ливану. Я думал, у него там топливо литров 300. Так.
Раз, два. Блин, а может перед мордой повезем? Вроде неплохо тогда было, когда так возили. Или он куда-то улетал у нас? Да не, вроде нормально держался. Так, что не так? Что там цепляется уже? А, нифига, у нас шноркель тут мешает, походу, еще немножко. Погнали. Единственное смещение не в ту сторону, куда нужно было бы. Но пофиг. Главное, что загрузились. И едем. Странно, что там сгоревшие склады, их разбирать нельзя. Типа они просто есть и все. А здесь мы их типа прям потушили, разобрали. Или там они автоматом станут доступны, если потушить пожары. Как думаете? Хотя пожары, по-моему, тушить у нас еще недоступно. У нас тут типа как другие задачи вроде бы сейчас. Так, попробую сейчас слева проскочить, надеюсь, на бок не упаду. Стрёмно, пипец просто здесь ехать. Теперь вправо. Выровнялись, отлично. Даже не сказали, что может что-то не так пойти. Все отлично. А значит, все под контролем у нас. Карта. Ну, вот меченые метки остались. А, вторая метеостанция. Погнали. Погнали, погнали. А время? А время вечер. Чего не мотнул? Непонятно. Надеюсь, доедем.
что как-то передвигаемся потихоньку. Потому что я помню, мы тут, по-моему, застревали так неплохо. Надеюсь, проедем прямо. На что-то наезжаем. На что наезжаем? Хрен его знает. А, нифига там камни. Под нами были два камня таких, переработали. Прицеп сейчас на них, наверное, подсядет. Ну. Вот. Отлично. метров. Блин, кажется, вроде бы близко, а так 300 метров еще ехать. 200 метров. Почти доехали. А где там метеостанция? Что-то уже полчаса едем. Островок тут 2 квадратных метра, мы полчаса по нему катаемся. Доехать не можем никак. Думаешь, я вообще там или не там? Может, я куда-то свернул не туда? Коварная ямка. Так, минус 1 есть. Осталось 3 запасных части. А 3 у нас тут есть вообще или нет? 2 есть. 3 нет. На 2 есть. Так, теперь надо выбрать вышку. Тоже 3 запасных части. Да вы охренели. Доски еще нужны. Предлагаю съездить сюда наверх и заправиться. Нам уж хватит топлива. Наверное. Или нет. Хрен его знает. Да, наверное, хватит. Пофиг. Узнаем. Короче, наверх, а потом вниз. Потому что не факт, что мы поедем вот сюда. После этого всего. Так, нам по дороге выйдем наверх и налево, и все понятно. Окей. Погнали. Блин, загружено, конечно, все как-то не очень, но пофиг. Так, ну 130 литров должно хватить. Это минут 10 ехать.
1300 метров, ну, должны проехать вроде. Блин, тут от дороги одно название. Минус дерево. Тяжело едет, как-то тяжело. Всего два места у нас нагружено. Но он определенно напрягается. Вытянул. Удивительно. Я думал, сдохнет, но нет. Ползет. Четыре стороны дороги расходятся. А куда эта дорога вообще справа? На карте нет тут дороги. А, я понял, походу, куда мы ее как-то видели. Блин, чего ему так тяжело? Может, кусты Эмыровские где-то зацепили. Он поэтому не хочет ехать. На 100 литров топлива осталось. Ехать 800 метров еще. Я, кстати, даже не знаю, сколько в той цистерне топлива осталось. Нам хоть хватит, надеюсь. Мы так уверенно туда едем. Так, наш домик, в котором мы возили уже грузы какие-то. Кто-то спросит, почему я не поехал обратно снова взять запасные части. Думал, что это была бы хорошая идея взять сразу три запасных части и завести их сюда. Чтобы потом больше сюда не ездить. Ну как-то, не знаю, думаю, потом еще ехать еще раз там за двумя или за тремя. Думаю, проще будет сразу все взять, что нужно. И поехать. Еще раз, пусть лучше одну длинную ходку сделать, чем кататься туда-сюда. 400 метров, 80 литров. Ну, вроде как успеваем доехать по расходу по-нашему. Это ж наш поворот туда уже, да? На который мы будем ехать. Угу. Топливо уже красным подсвечивается. Ничего, хватило. Я думал, прям будет вообще впритык. Вот так, видите, какой запас еще неплохой получился.
Катерпиллар же ж не наш, да? Да, не наш. А мы можем с него слить? Есть что у нас сливать? Нормально. Неплохо. Цистерня больше останется. Так, а что здесь на складе было? Запасные части 2, деревянные доски 2. А, то есть нам в идеале вообще 4 места отсюда дотарабанить. На машине, которая на 2 рассчитана. Или этот гнать сюда, потом сюда и обратно. Тоже так себе вариант. Так, здесь нигде подъема у нас нет. Было бы удобно. Ладно, поехали. Выгружать топливо. Его нужно выгрузить. А потом уже будем думать об остальном. Так, по-моему, этот поворот правильный. Давайте в камыши. Ага, понял. Никуда не вариант. Тогда просто прямо. На понижаечке. Норм. Отлично. Водонапорка, это не то. А чё она убитая? Мы же, по-моему, отремонтировали. Это, походу, баг какой-то, да, или нет? Мы же занимались её ремонтом? Вроде занимались. А чё она разбомбленная стоит? Ну, вроде ремонтировали. Ну да, делали. Точно делали. А на заставке, когда сделали, она новая была? Или вот такая разбитая. Глюк, походу. Так, почти добрались. Топи давай. Получается, короче, судя по расходу, мы бы сюда доехали, но обратно нам не хватило бы топлива вернуться. Пришлось бы тут жить, наверное. Кстати, неплохой вариант, если мы спустимся вот тут вниз и по асфальту хлоп и сюда заедем потом. Заберем, что нужно.
Да? Или нет? Не знаю. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс, и всем пока-пока.